you? Теперь причешемся. А теперь, дети, мы будем учиться прыгать с ветки на ветку. Внимание! И раз! Как видите, это не так трудно. На и вы собираетесь в комочек. На раз сильно отталкиваетесь задними лапками и прыгаете. Попробуем сделать. И раз. Теперь вверх. И раз. Хорошо. Теперь вниз. И раз. Ну что же ты? Можно я сделаю это упражнение не сразу, а постепенно? То есть как это постепенно? И-и-и-и. Я сделаю сегодня, а раз завтра. А то мне очень страшно. Ничего тут нет страшного! Стыдно трусить, рыжик. Прыгай! И раз! Упал. Ну, дети, попрыгайте теперь без меня сами. А я пойду поищу вам что-нибудь к завтраку. Давайте прыгать на соседнее дерево, а? Что ты, Нарай, куда перепрыгнешь? А я перепрыгну и... Ой, и... Молодец! Другого леса прилетела. А разве кроме нашего леса есть и другие? Ага, конечно есть. Вон там, вниз по реке, за полем. Красивый такой, большой. И всего-то в нем много. И грибов, и шишек, и ягод. Как интересно. Ну, мне пора. Погодите минуточку, не здешняя Сойка. Что случилось? Расскажите еще что-нибудь, пожалуйста. У меня, милый, задерживаться времени нет. А зачем задерживаться? Я вас вон до той елочки провожу, а вы мне по дороге рассказывайте. А на чем я остановилась? На грибах. А грибов в том лесу видимо-невидимо. Опять пустая. Так и убить можно. Ах, это вы, сосед. Поверьте, я не нарочно. Я так расстроена. Кажется, вернусь домой без единой шишки. Да? А вот у меня одна уже есть, по вашей милости. Только, к сожалению, несъедобная. Так, дедушка, вы все шутите, а мне не до шуток. Дети даже еще не завтракали сегодня. Пойти грибов поискать, что ли? И не пытайтесь, соседка. Я здесь вокруг все облазил, ни одного гроба не видел. Не видели? Ни одного. В таком случае, это мой гриб. Ах, я разиня, вот и остался без обеда. Не огорчайтесь, сосед, можете откусить любой кусочек. Спасибо. Что? Слышите? Ничего не слышу. И я ничего. Даже птицы умолкли. Что бы это могло значить? Что случилось, мыши? А что такое? Куница! Я бегу к детям! Точно не знаю, но мне кажется, что она везде. Что ты сейчас с моими? Мама, родители, мы недолго. Сейчас нельзя громко разговаривать. А где же Белоносый? Он перепрыгнул вон на то дерево, да, и пропал вот. Пропал? Мама! Ау! Если его услышит куница,
убийца, он погиб. Это Беловодный, почему ты ему не отвечаешь, а? Если я буду кричать ему в ответ, я наведу куницу на наше гнездо. Мама! Ау! Что же мне делать? Вот что, дети, хоть и трудно мне с больной ногой, и далеко, а надо нам в другие леса уходить. Голодно у нас стало. А куда же это? По старым местам пойдем вверх по реке. А мне нездешняя Сойка говорила, что надо не вверх, а вниз по реке идти. Мало ли чего Сойка наболтает. Может, там и леса-то никакого нет. А если сбегать, то разузнать? Это кто же сбегает? Уж не ты ли? Ведь ты же не можешь. Пока не могу. Ну вот, я и сбегаю. Говорят, там и шишек, и грибов. Видимо, невидимо. Маленький ты еще. Маленький, то уж больно шустрый. Такого и отпустить не страшно. Далеко очень. А я ему на дорогу и поесть и ничего дать не могу. Вот я в том лесу и наемся. Ну что с тобой станешь делать? Вот ваш вчерашний гриб, соседка. Да неужто тот самый? Самый тот. Я за ним сегодня с утра отправился. Кушайте, поправляйте. Спасибо. Тетерев, можно вас на минуточку? У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, догоните Белоносова и передайте ему этот гриб. Только как-нибудь с хитростью передайте. Если он узнает, что это от нас, ни почем не возьмет. Скажет, им самим есть нечего. Все понятно. Попал Белоносый. Путешествую. А вы куда? Домой, к Тетереву. Значит, вы увидите мою маму.
Помните бы, как он обрадовался. Он как увидел гриб, даже заплясал вокруг него. Вот таким манером. А я за кустом сижу и от смеха разрываюсь. Ваш сын вам кланяется и просил передать этот гриб. Он его на просеке нашел. Да. Здравствуйте. Не знаете ли вы, как пройти к лесу, где много шишек и желудей? Простите, я не совсем понял. Повторите, пожалуйста. Что вы сказали, я не понимаю. Я сказал, некогда мне с тобой разговаривать. Понял теперь? Теперь понял. Очень вам признателен. А все-таки, как пройти к лесу? Я хомяк. Я живу в поле. Никакого леса не знаю. Не приставай ко мне больше. Видишь, я занят. Я делаю запасы на зиму. А не дадите ли вы мне несколько зернышек? Я со вчерашнего дня ничего не ел. Нет. Нет? Вы не все подобрали. Вот тут еще несколько зерен осталось. Что вы говорите? Я тебе три раза сказал спасибо. Ну что тебе от меня еще нужно? Убирайся отсюда, или я за себя не отвечаю. Вот там лес! Держи бревно, а не то оно сломает нашу плотину. Как же я его удержу, когда я сам на нем не могу удержаться? Ой-ой-ой-ой-ой! Ко мне! За мной! Не волнуйся, соседка. Если его ястреб или куница не съели, вернется, обязательно вернется. Да. Да ведь не утонул же он в самом деле. Где я? У друзей. Счастливо устроиться на новом месте! Здорово, приятель! Ну, как тебе в нашем лесу? Нравится? Здравствуйте, Сойка! Очень нравится! Ага, ага! Ну и живи здесь! Смотри, вот и дом для тебя готов! Устроишься? Приходи ко мне в гости. Пошли.
Видишь, какая туча идет? Туча идет, а я бегу. Так бы ей меня и догнать. Так мы и до вечера не доберемся. Идите, идите, а я здесь подожду немножко. Может быть, он все-таки вернется. И мы с тобой подождем немножко. Дорогая соседка, ну да, выслушайте меня внимательно. Позвал. Виноват, что белоносый погиб. Я виновата. Не нужно мне было его отпускать. Какой он был красивый, веселый. Бывало, подойдет ко мне сзади, закроет мне лапками глаза и молчит. Я знаю, что это он, а нарочно говорю. Рыжий. Как он тогда заливается, хохочет. Ошиблась, ошиблась, это вовсе не рыжик, а я. Белоносый. Не нужно рыжить. Мне сейчас не до шуток. Ошиблась, ошиблась, это вовсе не рыжик, а я белоносый. Да, очень, очень трогательно. Мама, скорей! Идемте! Там такой лес! Новосельем, соседка. Спасибо. А где же остальное семейство? Рыжий. Мама, я здесь. Опять упал. Ну, а где же белоносый? Спит. Снится что-то. Тихо вы, белоносый!